Борьба с нелегальными таксистами на дорогах Иваново продолжается. Во вторник прошел очередной рейд по выявлению нарушителей 69-го федерального закона. Организаторы его все те же – специалисты комитета по транспорту, полицейские и сотрудники ГИБДД. Подобные рейды они проводят еженедельно. Каждое наше мероприятие все равно приносит плоды. Каждое мероприятие у нас мы вылавливаем нелегалов, машины ставим на стоянки. Количество получаемых разрешений, не буду скрывать, оно увеличивается. То есть люди, понимая всю незаконность своей деятельности, все-таки рано или поздно приходят к мнению, что проще получить разрешение, встать на законные рельсы и, в общем-то, с определенными проблемами расстаться навсегда. Схема проверки отлажена до автоматизма. Из разных районов города подсадные пассажиры вызывают такси. Пункт назначения у всех экипажей один. Там их уже ждут инспекторы. На этот раз проверку прошли 11 автомобилей ивановских служб такси. 8 из них оказались легальными. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вот тут, получается, у меня, что я легальный официально. Вы по-честному, да? Разрешение, путевочку. Так, путевой лист вижу, хорошо, разрешение все есть. Замечательно. Легальных перевозчиков отпустили с миром, предварительно пожелав доброго пути. Нелегалам пришлось хуже. 3 автомобиля, не прошедших контрольную закупку, отправятся на спецстоянку до решения суда. А их водителям предстоит выплатить крупный штраф. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.